Короче, еще по одному нам надо добиться уверенного попадания и понять вообще, рандомно это вся беда, стабильно или стабильно не дамажит. Смотри, как уходит. Вообще просто в точку. Просто убегает в точку. Давайте постреляем, пофиг. И так, попадание было. Но ей пофигу, она летит дальше. Я даже больше стрелять не буду. Как долго он пролетит? И отвалится ли у него что-нибудь вообще? Больше даже стрелять не буду. Вроде убился. Но все равно, блин, я думал, при попадании 37 миллиметров должно просто отрывать там, я не знаю, крыло или еще что-нибудь. Но самолет дальше летит, и, судя по его пируэтам, достаточно управляем.